Добро пожаловать в игрушку под названием Hellcoming. С вами канал Алекс Плей и Коти. Всем привет. В этой серии мы с вами постараемся выжить вдвоем на второй локации. Вот, надеюсь, у нас получится. Будет очень сложно, поэтому нам нужны от вас лайки и поддержка. Ну что ж, начинаем. Ты готова? Да, надеюсь. Вообще не... А заметила, вверху слева такая девочка периодически появляется. Вот сейчас должна появиться, наверное. А она у меня то слева, то по центру. А, ну, да? Периодически. И вот эта вот лошадка периодически пропадает. А, вот, да-да-да. Она в разных местах появляется, я только заметил. У нас будет второй контракт. Я на этой локации не был, и надеюсь, мы справимся. Тем более, мы вдвоем будем, нам будет очень сложно. Как только кого-то убивают, нам нужно сразу бежать и выручать товарища, спасать его. Попробуем. Привет, привет. Ой, а чего так темно? Темно, но тут фонари хорошие. Да, новая локация. Тут я не был. Если за тобой будет гнаться сущность, ты можешь убежать на улицу, а на улице она тебе ничего не сделает. Она боится улицы. Угу. Домоседка. Так, а что такое? О! Я честно что говоря, я такое? Не знаю, что святая вода. Я разбил святую воду. Походу, дело. А зачем она нужна? Я не знаю, честно говоря. Это такого не было. Такого не было. Она респавнится. А вот хорошо. Восклицательный знак тут какой-то. Четверочка. Офигеть, да, что-то новое. У меня такого не было. Интересненько, интересненько. Смотри, какие здесь пауки большие. Боже мой. Я таких тоже пауков не видел. Мокрица какая-то. Тут новые какие-то типа улики, которые надо читать. Тут мухи есть, мухи. Глаз, который смотрит глаз на тебя. Глаз в стене. Лужи крови. Блин, классно. Я думал, будут однообразные улики. Они каждый раз разные. Это реально... Вот это прикольно. Типа, мы будем ждать третью локацию. Там будут явно еще какие-то определенные ну, варианты очищения. А тут вместо грязи кровь, смотри. Так, а ну ладно. Тут можно собирать шарики со снеговиками. Типа снежные шары, что ли? А, да. Да-да-да-да-да. А в предыдущей части были какие-то белочки или какие-то грызуны. В общем, а здесь у нас снеговики. Да-да-да, надо будет собрать. Если будешь видеть, бери. Хорошо. Так. Вот эту штуку в самом конце брать, если ты типа не можешь найти улику, она будет тебе помогать. Но вначале она бесполезна, потому что их дофига там улик. Выбирай, какой предмет, что ты будешь делать. Выбирай задание. И давай, ну, чтобы распределить, чтобы мы одно и то же не делали, лучше разное, мне кажется, будет. Ну, давай я буду домохозяйкой и буду пылесосить. Так, давай я начну со стен. Пойдем. А, будь аккуратна. Я, кстати, не знаю, может быть, тут новый какой-то демон, призрак. Я то есть пылесосить мне надо, я так понимаю, лужи крови, лужи, да? Крови, да. А мне нужно будет глаза. Подожди, а вот эти мухи, неужели это щетка все? А, это нет, я нет, я это ошибся. Вот щетка. У меня тоже кровавые. Начнем такие. С крови, да? Тут, да. По сути, кого-то убили. Нас, как бы, мы такие темные, эти, как называют? А, служба, в общем, очистки. Клининговая компания мы. Темные ребята. Нас вызывают, мы чистим. А вот, смотри. О, оно лопается. Это глаз чей-то. Тут реально убийство произошло. Я видел глаз, а ты все... Ты понимаешь, так. На кого мы работаем? Боже мой. А вон, кстати, вон на стене. Да-да-да, ты понимаешь? И мы ночью, заметь, что мы ночью выехали. Куда это девать добро теперь? О, ачивочка. Зажигать надо? Не-не, тебе не обязательно, она же еще у тебя пока что нормально. Ну, если там места нету, то, ну, сожги, новую возьми. О, тут что-то горит, слушай. А как Боже понять, мой. Где вот у нас... А, вот, я вижу... А, это мне нужно дофига таких штук, да, теперь найти? Да, их надо очень же... много. Понятно. Ой, а что это такое? Аккуратнее. Тут огонь какой-то горит. Да, я тоже попробую очистить, я не знаю. А, тебе не это надо, да? По-моему, ультрафиолет, это наверное, надо... нужен. Как только услышишь странные звуки, беги к выходу. Запомни, где примерно выход. Хорошо. Ой, божечки, что это? Это что за портал в ад? Где? Вот. Что это? Я тоже что-то вижу. А, это отсюда ты будешь выходить. Отсюда ты будешь выходить, и она будет освобождать. Это, смотри, через эту... Блин, это надо обходить. Смотри, буфетная. Через буфетную обходишь? Угу. Он смотрит на меня. Он реально наблюдает. Глаз. Ладно, мне страшно, подожди. Так. Обходишь, подожди. Я... И вот обязательно... Ой. Ой, я уже здесь.
А я могу взять второй предмет? Мне а, вот, нужно... вот эту дверь ты будешь мне открывать. Вот эту дверь, если что. Тут красивенько так. Это... А, это детей запирают, чтобы они не сбежали. Все, я понял. Что тебе надо? А я решила вот это. Опа. Со временем у тебя инструмент засоряется, вот его надо сжигать потом. В принципе, довольно-таки намного хватает. Я пойду водой пока покидаюсь, вот... ладно? Ага, какие-то мухи. Боже мой, как же круто сделано! Я реально слышу просто куча мух. Прям, ну, чем ближе они к тебе подлетают, тем сильнее ты слышишь. Прикольно, еще в разных ушах, знаешь, когда они пролетают. Блин, реально, игру очень круто сделали, плюс, ну, оптимизация хорошая, мне прям нравится. Ой, мухи, да, реально. А их тоже как-то от них надо избавляться? Ну да-да-да. Слушай, ну щетка у меня довольно-таки долго держится. Блин, вот с банками, кстати, не очень удобно, потому что ты можешь взять одну, и ты ее вылил, и она же сразу заканчивается. И тут надо, ну, да, бегать туда-сюда. О, у меня засорилось, засорилось, прикольно. Все, не чистится, пойду сожгу. Слушай, ну, благо пока нету ее, может она чуть попозже будет нападать? А вот, ну, заметь значок выход, чтобы примерно ориентироваться. Ага. Будет подсказывать. Ну, я стараюсь запоминать, когда я тут бегаю. Ну да, очень важно. А, вдвоем будет очень сложно, очень сложно. Мы втроем играли, знаешь, как было сложно. У нас полтора часа геймплея было. Но мы еще, мы там немножко запутались, заблудились. Тут я сейчас получше знаю все. Должно быть проще. Боже мой. Прогресс, я надеюсь, не сбрасывается. То есть все, что мы почистили, все окей. Ну да, конечно, конечно. Ну мало ли тут еще и на время, типа, знаешь, нельзя медлить. Нет, ты можешь сколько угодно. Полетел! Я не знаю, кто это, какой-то демон. Беги, беги, от меня беги, убегай. Вы к выходу, к выходу. Боже. Бегу, бегу, бегу. Капец. Дум-дум. Я даже не видел. Сзади, сзади, сзади. Я даже не посмотрел, кто это. В общем, убежать можно от нее. Если будем убегать, то будет нормально. Все, она активировалась. Но прогресс 10% всего лишь. От нее можно реально легко убежать, она медленная. Но у тебя стамина... Мамочки. А почему? А почему так сразу? Катя, это другая, прикинь, это демон другой. На той локации была какая-то девочка. А тут другой демон, это прикольно. Слушай, реально интересно ждать, допустим, продолжение третью главу. То есть игра нравится своей разнообразностью. Типа разные улики вот эти, или что это такое, типа ритуалы. Mm-hmm. Разный демон. Слушай, ну блин, прикольно. А от нее защититься никак нельзя, только убегать, да? Слушай, вот это я точно не знаю. Ну, мне показалось, типа ультрафиолет немножко ее замедляет. Ну, не факт, я не знаю. Пишите в комментариях, кстати, если знаете. А, наверное, тоже что-нибудь другое уже взять. Так, все с щеткой. Так, хоть еще. Я попробую. Нашел. Ой-ой-ой! Бежим, бежим, успеем? К выходу! Я за тобой! Успели, нормально, молодец. Ты видел мою руку? Я прям сзади тебя. Я, по сути, в тебе, по сути, бежал. Так, я, наверное, тоже что-нибудь другое возьму для разнообразия. Главное не попадаться. Как только попадешься, убегай. Ну, запомнил, да? Берешь аптеку. Хотя, можно даже заранее поближе ее поднимать. Так. Я, наверное, возьму ультрафиолет. Да, я хочу ультрафиолетом попробовать. Так, я захожу. Боже мой. Страшно. Ну да. А вот глаз. Я взял ультрафиолет, буду изгонять все это. А ты... Хоть заметили, заметили меня. Мне надо круг сделать. Наверное, поймает. Все, я в предпале. Поймала. Медсестра так, какая-то. Мне? Возвращайся, возьми аптеку. Аптеку? Ну да, ну таблетки такие. Адреналин. Типа, на адреналин, да. И в буфетную идешь и откроешь дверь.
Какая-то печка. Просто таблетки мне откроешь дверь, таблетки выкинешь, и дальше своими делами можешь заниматься. А где? Ну, в буфет, ну сразу. Я вот вышел уже. Тут надо обойти через буфет. Да, все, кидай мне вниз. Все, уходим, валим, спасибо. Потому что я медленный очень. Ты потом поймешь, что тебя поймают. Ты вообще медленная. Ладно. Так, все, я опять здоровенький. Там, где она у меня убивает, там предметы выпадают. Можно вот тоже растерять все предметы. Окей. Так, я пауков не видел вот этих, кстати. Пока что. Какой-то куб. А горящую ты все потушила, да? Ну, может, не все, но ближайшие к выходу. Окей. Он еще есть. Причем, Котя, я заметил, она может стоять в какой-то комнате. Эта сущность. Ага. Будь аккуратна, просто медленнее ходи. Периодически она тебя замечает. Я заметил, я такой случайно вышел сам на нее. Типа, она даже не ходила. Так, тут не поможет ультрафиолет. Ой-ой-ой-ой-ой. Страшно. О, ой-ой-ой. Убежишь? Я не знаю, я бегу. Если не убегаешь... Мне страшно оборачиваться. Все, да, убежала. Молодец. Так, я муху сгоняю. Блин, ну круто сделали. Мне нравится. Или это комары? Но они жужжат потом как комары, когда их изгоняешь. Блин, тут святая вода и пылесос нужен везде. Так. Да, блин, тут щетка нужна и пылесос. Сейчас на первом этаже бегаю. А вот еще мухи. Да блин. Сигнал. О, глазик. У нас совсем нету троечки. Я, наверное, для троечки посмотрю, что нужно, и возьму вот это. Фига себе. Шокер нужен. Я такой скримак вообще ни у каких хоррор игр не видел. А что было? А я тебе не скажу, ты сама это увидишь. Просто к телевизору подойди, если увидишь телевизор, ты не скажешь. Я пошла пауков искать. Короче, я от нее не умею убегать! Я застрял! Поймала меня! Сейчас. Я опять в тупик забрел. Ну блин, я не знаю, почему меня постоянно ловят. Меня первый раз постоянно именно меня ловили. Ты уже там, в этой штуке, да? Да-да-да, я уже в этой. Я вот через телепорт вышел. Можешь даже не париться открывать дверь и оставлять таблетку. Ой. Адреналин, спасибо. Блин, ты молодец. Меня уже два раза поймали, тебя ни разу. Я почему-то на нее выхожу. Мне прям везет. Я пауков пока реально не видел. Я еще тоже не ни видел, одного. Да. Я прям не знаю, что делать. Пылесос, щетка нужна тоже. Пока не берем, я думаю, найдем. Потом займемся. Ну да. Так. Кстати, тут... А вон паук! Вижу, бегает. Кстати, пауки кусаются, они тебя замедляют. Так что будь аккуратнее. меня опять съели. Ты ладно. Потом посмотришь, она за поворотом была. Она окей. Просто была за поворотом. Да почему мне так не везет? Я не понимаю. Я прям на нее выхожу. Что такое? Да, мне, конечно, в одиночку эту игру точно не пройти. Мне нужна хорошая тима. Опа, третий раз. 3-0 пока что. Давай, это как соревнование будет. Пока 3-0. Чтобы был стимул не погибать. Так, а глаз чем убирать? А глаз, по-моему, ультрафиолетом. Там я просто на стеночке есть. Ту воду возьму. Так, вон вижу, горит. Я уже боюсь. Может, потому что я шагаю так быстро? Так, пылесос потом надо будет.
попал вроде. Да, тут определенно пылесос нужен. Ё-ё, и она осторожно идет мимо выхода. В она твою сторону заметила, побежала. Да. Я замедлился. Убегаю. Я, пожалуй, за таблетками пока схожу. Может быть, убегу, да, я убегу, все. Тут не тупик. Отлично. Я потому что какой-то тупик порой попадаю, нормально. Стамина, в принципе, хватает. Сейчас пылесос надо взять. Не, все, соревновательно вот это как бы стимул помогает. То есть я знал, что надо не умирать, чтобы тебе не проиграть. Пока я проигрываю. Я, наверное, просто медленно хожу больше, чем ты. Может быть, да. Может быть, она на это агрится. Может быть, она на звук реагирует. Она тут возле выхода прям. Ё-моё. Убежишь? Я на улице. Я очищаю пока. Так, вот тут ненормально, я ещё убегу. Надо заранее смотреть, куда бежать. Она, в принципе, тебя не догоняет. Она примерно... бегает так же, как ты. Она на поворотах часто бывает, немножко это замедляется. А если дверь закрывает за собой или это... Вот это я не знаю, но вроде как это тоже помогает. Ну да, я... Блин, она где-то возле выхода трется. У меня тут фонарь, я даже зайти не могу, фонарь мигать начинает. Блин, еще пробую тут спрятаться, я в туалете. Ну смотри, я пока очищаю нормально. Если, в принципе, тут, в принципе, можно легко спасти, она рядом. Выход, так что. Главное не забывать спасать. Она в твою сторону пошла. Окей, тут поубежу. Божечки! Она за мной? Я не знаю, я в какую-то ловушку, блин, встала. Я тоже, я не вижу ничего. Четвертый раз поймала меня. Ну и до сегодня. Сможешь убежать? Да, я бегу. Я в какую-то темную сущность влетел, и я ничего не видел. Из-за этого я не смог убежать. У меня жижа какая-то под ногами прям появилась. Короче, давай сначала довыполняем задание, потом, ну, я не знаю. Типа... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, она сюда убежишь? Бежит, мне кажется. Открой просто и кинь! Все. Она сюда не зашла? А нет. Ты аптеку не кинула мне? Кинула. Вон а, она. А, вон, не заметил. Видишь, как я медленно хожу без нее. Спасибо. Я тоже в что-то наступил, я не понял, у меня все потемнело. За. Беги-беги к выходу! Ой. Она за тобой. Да. Ты нормально сбежишь? Я. А я в этой комнатке пока тусуюсь. Я просто, мне интересно, она сюда заходит вообще или нет. Походу тоже нет. Кстати, это хорошо бы, если она не заходила, да. Ой, что я сделал? Я хотел кинуть таблетки. Кстати, а можно таблетки прям рядом уже кинуть? Неплохая тактика, кстати. Таблетки оставить рядом. Чтобы ты предмет, типа, не выкидывал. Можно сразу, типа, накидать. Ну, можно, в принципе. Всё, она осторожно сейчас просто пошла. Направо. Она может двоих, кстати, сесть рядом тусоваться. Прям подряд. Да? Угу. Окей. Вроде бы. Так, нормально, 20% у нас есть. Так, я возьму пушечку, пробую пауков поубивать. Пробую в нее, если что, стрельнуть, кстати, может поможет. Ну, вон она, да, тусуется. Не действует, я в нее стрелял, не действует. А что она там тусуется рядом? Я не знаю, по коридору, очень опасно сюда сейчас ходить. Я не знаю. Так... Думаю, что бы взять. Возьму фонарик. Ну что-то пауков прям мало. Да чё? Да вы издеваетесь. Опять? Да, прям сразу. Она не успевает отойти просто. Какого черта? Она когда рядом с дверью тусуется, нельзя ни зайти, ни выйти. Уже просто ни докуда нельзя дойти, она сразу агрится. Капец, я, наверное, ультрафиолет возьму. Вот эти темные облака сразу заранее их убить, потому что они реально такие доставучие. Это самые доставучие. Мы в трассе за них погибали очень часто.
Надо в первую очередь именно с ними расправиться. Мухи хотя есть тоже. Я сейчас за щеткой пойду. Убежишь? А, тут постоянно, блин, на полу какая-то штука появляется. У тебя ультрафиолет, тебе повезло, что у тебя ультрафиолет был. О, вот эту сущность надо изгнать. Темная. Самая доставучая, самая бесячая. Паук кусает, он тебя замедляет, так что тоже от них лучше избавиться. Я сейчас замедленный. Не знаю, насколько. Че, до сих пор? Прикинь, тебя если паук укусил, все, тебе надо по-любому лечиться. Поэтому лучше заранее избавиться от них. Ну давай, тогда может этот реально... Я тоже пулялку возьму. Возьми, а я возьму ультрафиолет. Я хочу сущность эту убить. Ты если к ней близко подойдешь, у тебя темный экран становится. Это прям бесит. Из-за этого ты тоже часто погибаешь. Все, пойдем, ты здесь? Да. Давай, а вон, я вон. Направо. Вот бежит на меня, бежит на меня. Блин. А, ладно, сейчас все. Я ее сейчас агрю. Вот эту сущность тоже надо убить. Сосранку. Так, все. Вон, побежала. Да, господи. Попала? Да. Она перверки, она ядом кидается. Меня опять замедлили. Боже мой. Я вижу. Пипец. А все, нет, я только замедленный был. Если она укусит, то тогда ранение. Блин, там три выстрела только надо заново идти. Ну да. Ой, ходит, ходит. С правой стороны она была, только что видел. Так, интересно, тут есть второй этаж, нет? Так, в туалете щетка нужна. Пойдем дальше. Это комната. Блин, тут везде щетка. О, боже! Что такое? Она за мной. Я выбежала. Ты молодец. Потому что я далеко забрел. Ой. Еще надо было выйти. Да я... Вот тут углы, на самом деле, это опасная тема. Тут поворачиваешь, а она там стоит. Ну да-да-да. Это вообще стрёмно. Слушай, ну мы сейчас скоро задание ультрафиолетом сделаем, наверное. Я прям уже много очистил. Подарочек. Окей. В основном вижу только кровавые пятна. Это пылесос нужен. А горящие вот эти штуки. О, я тут не был. Я в бассейне, слушай. Тут тоже паук бегает. Да. Класс смотрит. Кажется, мух слышу. Да, мухи тут. О, предбанник. Так, одного паука грохнуло. Ну тут реально, тут чем меньше людей, тем сложнее пройти. Тут надо вообще фулл пати из четырех. Тогда, да, быстро будешь выполнять. Да, работенок, конечно, много. Так, меня паук замедлил, но ничего. Да боже! Как вот освободиться из ловушки? Все. Господи, тут на углу эта ловушка постоянно активируется. Ее как-то убрать можно? Я в нее уже третий раз попадаю. Ловушка, ну да, ультрафиолетом, по-моему. Яблоко, да? А я не понимаю... Смели, я дочистил. Блин, я дочистил. Окей. 5-0. Да ты со мной намучишься. Да нормально. Там, по-моему, прогресс идет. Там, по-моему, был шприц, так что можешь просто. А, блин, я уже. А, ну пригодится. Черт. Съели? Нет, слава богу, боже. Она прямо. Я зашла, она прям там стоит, господи. Ай, слышишь, я стучусь? Да, но я еще пока не могу зайти. А, подожди. Ну аккуратнее, да, лучше подождать. Это она где-то тут рядом. Да, она пока рядом, я вижу ее. Рядом со мной ходит, аккуратнее. Пошла в правую сторону от меня. Ну я зато дочистил, этот глаз. Надо посмотреть прогресс. Насколько справились. Все, куда-то в правую сторону ушла. Вон, вижу, ты бежишь. Главное, успей открыть просто. Ну, не заходи, кстати, она может захлопнуться. О, спасибо. Ну, запасная будет одна. Так, побежал.
Слушай, ну почти 50% у нас есть по заданиям. Пауков, наверное, мало, они быстро у нас процесс проходят. Ну да, по ходу дела. Так, попробую сейчас дойти до, до бассейна. Там много чего надо сделать. Ой-ой-ой. Че там? А она за мной гонится. Убежишь? Да, бегу. Ты прям хорошо манишь. Тут, чтобы не сгладить. Вот я когда хвалю обычно, все погибают. Я просто аккуратно стараюсь ходить. Ну да, да, она тебя, наверное, из-за этого не слышит. Видать, просто все-таки разница есть, идешь ты или бежишь. Ну да, да, возможно. А я всегда, я быстро стараюсь сделать, быстро бегаю. Наверное, поэтому я чаще всех попадаюсь. Она все там тусит, где, куда мне надо, блин. Блин, ну, ну по крайней мере, она за мной бегала тут. У тебя было время. Нашла меня. Нашла? А вон вижу выход, наверное, убегу. Я думаю. Кстати, можешь посмотреть на нее, как выглядит пока. Да я видела. Уже реально медсестра какая-то просто. Без рук, да, она. Чуть-чуть же осталось, не так много. А двоечка это что у нас? А, ультрафиолет как раз. Угу. Так, я, наверное, в другую сторону пойду. Я тоже встал на эту... А, на... Это что, капля лужи, да? Капля крови. Так, может, дверь закрыть. Тебе надо всегда быть немножко подальше от нее. Она почему-то вот там тусит в правом крыле. Я не знаю, как туда пройти. Я уже... Это уже четвертая попытка. Я не знаю, тогда, может, другие улики. Я пылесос возьму. Вот я думаю, может, типа, сходить пока там... Прямо, налево, пока ну, да, она да, справа тусит. Да, да, в другую. Она опять вправо пошла? Да по ходу дела, да. Так, тут все чисто. А глаз, ну глаз вначале. Кстати, можно типа начинать вообще с самого конца, и типа потом проще будет. Ну да. А у тебя щетка? Чё, а что у тебя сейчас? Щетка, да. Ой, то какой котик тут милый лежит. Рядом со мной там на стене тоже. Вот. Фотография, что ли? Нет, тут плюшевые. Бежит! Я встал! Я встал! Шестой раз меня поймали, боже. Ну так. Как так можно было? Почему я такой фейловый? А там адреналин валяется, да? Я же да, валяется. Я не понимаю, я в ловушку эту гребаную встал, ловушку. Из-за этого я бы убежал от нее, я вниз не посмотрел. Так, сейчас она там прошла по коридору, я просто видела. Сейчас я подожду чуть-чуть. Либо это, ну, новичкам везет, я не знаю, обычно говорят. Более внимательно, более аккуратно, может они... У меня фонарь мигает, я боюсь пока туда заходить. Либо это какой-то прям твой, ну, это твоя игра. Прям, ты как будто бы... Блин, ну это, я не знаю, это не то чтобы комплимент, типа, клининговая компания, твоя игра. Я ни на что не намекаю, просто... Просто ты хорошо мансишь, возможно, это... Просто ты хороший уборщик. Возьму щетку, я уже не знаю. Сложная игра, непростая. Она, возможно, простая, если вас много. Если full party, то да, да, даже если 3 человека, уже хорошо. Если у вас 4, то я думаю, это прям на изи можно быстренько пройти. Главное, чтобы один человек постоянно был живой, чтобы ног спасти. О, вот. Причем вначале она как-то нам не попадалась даже. Тут направо, если идти, нужны святая вода, 2 штуки. Угу. И... Так, у меня этот... Почему я... Почему она не зажимает постоянно? 7-й раз, да. Я потому что зашел в туалет чистить, убирать эту какую грязь. И она меня зажала, а мне куда бежать? Мне некуда бежать. Так, сейчас. Уже где-то тут недалеко. Короче, можно готовить сразу. Поптик 5-10.
Я стараюсь, я реально, я пошел чистить, работать пошел, нам не мешает. Дверью опять. Подожди, тут фонарь мерцает. Она где-то, наверное, за дверью. Подожди, а как мерцает фонарь? Ну все, уже не мерцает, уже кончилось. А я что-то не замечал. Вначале вроде просто, а потом сложнее становится. Может, она как-то сильнее? Но я не заметил, что она там быстрее бегает и все такое. Так, не, наверное, все-таки, чтобы не наступать, взять пылесос, что ли. Пойду в правую сторону, но буду аккуратен. Аккуратен. Я опять встал на какую-то хрень. Я опять встал на хрень! Я не понимаю, почему, правда, я не знаю, в чем дело. Как? Научи хоть выживать. Ты жив? Нет? Да нет, ты меня она поймала 8 раз уже. 8-0. Что это такое? Ну, почему я? Может, дело в хосте? Вот, что бы тут рядом? Я ее не вижу. Сейчас я подожду. Как ты выживаешь? Ты медленнее бегаешь, да, ходишь? Ну, я вроде медленно бегу. Я опять на эту хрень наступил. И попался в ловушку. И тут она тут как тут почему-то. 8-0. Ну, это уже, блин, я не знаю, как это. Так, она пошла, получается, прямо, значит, я направо пошел. Так, направо, направо. Я тоже направо схожу, там, по-моему, два места, где водичку надо кинуть. Так, мух изгнал, и сразу глаз. Тут в комнатку, если заходишь, опасно, ты не убежишь отсюда, если тебя заметят. Ну да, есть такое. А ты что в итоге с собой взял? Я как-то запуталась. Ультрафиолет, ультрафиолет. Ой-ой-ой, она, это за мной она, за мной. Мухи, мухи, мухи. Так, изгнал. А, бегу, 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 бегу. Да, да, бегу. Кажется, я в тупик забрел. Елом. Я почему в тупик забрел? Ты по коридору, да, стараешься сразу в коридор убегать? Да. Тебе нести адреналин, я так понимаю, да? Да, 9 раз. 9-0. Ох, так, сейчас надо аккуратно. С поражением я в любом случае смирился. Но я там много чего убрал в этих комнатках всех. Просто меня там зажимают. Но вот последний раз я просто не туда повернул просто. И куда-то забрел. В душевую, что ли? Да уколи ты уже. Что? Да он не хотел колоть. Слушай, а тут же тоже стамина есть. Может быть, поэтому и ты не убегаешь, что она у тебя тратится раньше времени? Дофига. А не, я уже ходить стал нормально. Нет, я имею в виду, что, ну... Она долго тратится? Нет, это не стамина. А где предметы? Почему они не респавнятся больше? А потому что надо сжигать их. Это я их забрал. Когда меня убивают, я их выроняю. Да знать бы, где их-то еще роняешь. Ну, где-то в правую сторону ходил. Вот, видишь, два предмета. Вот здесь я на лужу какую-то наступал. Конфетка, вот. Не наступай на конфетку. А-а-а, это как... На конфетку нельзя наступать. А я привык, что на яблоко нельзя наступать. Я их даже не замечаю. Вообще, как бы, игнорирую. Вот, я на конфетку эту и наступал. Ой, как же она достала меня. У нас, ну, ровно половина, наверное. Чуть больше. Все, она в правую сторону пошла, я тогда пошел прямо. Надо смотреть, куда, да, она идет. Типа ты в другую сторону идешь. Жалко, нельзя прятаться в каких-нибудь шкафчиках. Так, все, еще плюс один. За мной. Достижение. Я почему-то уверен, что ты сбежишь. Тьфу-тьфу-тьфу. Конечно. Я убежала. Да, я уже не сомневаюсь. Вот эти конфеты, я на них наступаю. Я не знал, что на них нельзя наступать.
Блин, я хочу тебе там показать котика, про которого я сказала, потому что он выглядит точно так же, как тот, которого мне подарили на работе. Прикольно. Вот, хорошо. Только он серенький, а у меня рыженький. Котя, я посмотрю, он за мной гонится! Беги! Да я спрятался. Хорошо. Я в уголку где-то зажался, вроде она... Я слышу топот ее, вроде ушла. Потом обязательно покажешь, когда мы ее сгоним. Хорошо, давай сначала ее сгоним. Хорошо, хорошо. Так. А где он хотя бы был, скажи просто. А там налево, когда идешь, там за шкафом он валялся в одной из комнат. Прикинь, паук укусил меня. Да в смысле? Паук. Боже. Вот сейчас я, может быть, не убегу. Успела. Молодец. Так, пылесос. А, я, по-моему, замедленный. Меня паук укусил, я теперь медленно хожу. Ну, я тут лучше уберусь, наверное. Просто недалеко, далеко идти. Может быть, пройдет. Кстати, возможно, проходит боль. Она пошла прямо от входа. Я просто не знаю... Мне сейчас лучше умереть, не тебе, потому что я медленно хожу. Но я хочу работать. Теперь я тут просто рядом. Тут дофига, что надо убрать лужи. И к выходу примерно пойду просто. А, сломался. Да. Пример сломался. Надо жить. Поймали меня. Неудивительно. Я просто медленно ходил, меня паук там укусил. Надо туда сходить, паука как-то убить. Ладно, сейчас. О, слушай, у меня совсем все потемнело. Может, тут, типа, нельзя много раз умирать? Ты куда пошла, Коти? А? Направо? А что? Я же попался. А, блин, сори, сейчас все. Хорошо, что я заметил, сейчас. Так бы ждал тебя. Мне уже привет можно не брать. Просто ходить, отвлекать. Ой, беги! Ну, нормально, нормально, вроде убегаю. Лиса, знаешь, что мне надо, наверное, брать? Вот эти баночки. Вот. Как раз я выкину ее и другую возьму. У нас где-то ультрафиолетовый фонарь, хрен пойми где. Да, она где-то у меня рядом убивает с этой какого? А с бассейном. Где-то там. А ну куда пошла? Налево, направо? Ну, вопрос интересный, но я не знаю. Так. Сейчас примерно надо понять, где бассейн находится. О! Так, раздевалка. Вот в раздевалке. Ультрафиолет нужен в раздевалке. Блин, я на конфету встал. Гребаная конфета. Все нормально. Сижу. А, вот, в раздевалке. Она в раздевалке! Я в кабинке закрылся. Она, кажется, потеряла меня. Она тут хорошо бегает. Можно в кабинке закрываться. Так, я надеюсь, ушла она. Да почему я постоянно на нее выхожу, я не понимаю. Нравишься ты ей. Не знаю. А вот пылесос рабочий нашел. Так, выход. Так, где-то, короче, прямо. Опять она. Да, прямо и направо, по-моему, там раздевалка, и там как раз-таки будет душевая. Она около выхода, если что. Нормально, больше половины сделали, совсем чуть-чуть осталось. У нас 55%. Может, 60% даже. Так, я почти дочистила спортзал, тут осталось со щеткой один раз прийти. Угу. Она, да-да-да, направо пошла, где-то рядом. Но она идет, она пока что не согрелась. Так. Так, тут еще, кстати, да, тут щетка прям нужна. Что-то упало. А тут еще ультрафиолетовый фонарь валяется. Прекрасно. Ну, наверное, на сумке агрится. Ты когда чистишь что-то, она, возможно, сагрится. Может быть. Конфета дурацкая. Я же говорю, сладкое много вредно. Тут сладкого очень много валяется.
Так, все, через пол зал, бегу через бассейн. Паук! Чуть паук не поймал. Но я пока бегу от нее. Паук! Нет! Опять чуть не поймал. Куда бежать? Что-то я по кругу ее вожу. Я запутался, где выход. Кажется, это конец. Нет! Я выжил. Закрываю двери. Фига себе. Хорошо. У меня стамина-то заканчивается. Вон выход. Я попал в конфету! В самом конце в конфету попал. Раскрыть конфета. А слушай, а если ее удалить, она не появляется? Нет, интересно. Может ее сразу убрать? Его ультрафиолетом можно убрать, так же, как яблоко. Да. Блин, по-хорошему будет сразу убрать ее. Блин, ну я долго от нее мансил. Так. 11-0. Здесь сюда забежим, дверь может захлопнуться, и мы уже не выйдем. Она бывает, дверь закрывается. От, вот, если она побежит за нами, сюда не беги. Мы не проиграем, мы там застрянем и не сможем выбраться. Уж лучше на нее побежать. Тут, в принципе, выход-то недалеко. Я пробую добежать. Возьму святую воду также. Там просто предметов много. Проще святую воду взять, по крайней мере, он восстанавливается. Привет. Так, пошел, я там видел еще места, где можно использовать ее. Один пылесос где-то сломанный. В щеточкой. Душевой. Ой, не в душевой, в этой какого. В бассейне. Отлично. А, вот у меня как раз сломанный нашел. Засранец стреляет меня. Ой-ой-ой-ой. За тобой? Да. Ты выживешь? Не знаю, я бегу. Да. Все. Успела. Так. Она около выхода, да? Я вон, я тоже рядом. Капец, я боюсь. Так, ультрафиолет. Тут паук бегает. Можно, кстати, до конца коридора добежать. Там паук. Надо паука как-то снять. Вот эту тоже я сейчас испарю конфету. Ой. Так, возьму пистолет, паука убью, потому что он реально мешает. Хорошо. И там, да, где-то тоже пригодится, да, святая вода. Вон он, вон зараза, блин. Можно в обход, кстати, но он как бы это... Периметр просто обойти. А где она конкретно? До конца коридора, потом по правой стороне держись. Сейчас. Тут спортзал будет. Тут лужа дофига. А. Так, ну вот. Так, я сейчас... Тут две святые воды нужны. Воды. Почему он прыгает? Да я промазал. Да нет, паука промазал 3 раза. Он прыгает еще, он уворачивается. Теперь я потерял выход. Вот теперь за мной, да, теперь за мной. Дурацкий паук застопил! Теперь поймала. Паук застопил, которого я пытался убить, которого вернулся от моих пуль, из-за этого он меня застопил, и я проиграл за этого. Если бы я попал, все было бы хорошо. Что за невезение, а? 12-0, ну это уже диагноз. Я не умею в эту игру играть. Я не научился убегать от нее. Я не знаю. Ну ты просто, наверное,
паникуешь много, торопишься, я не знаю. А вот сейчас меня паук застопил. Почему? Которого я не убил. До этого я не мог 3 раза попасть. Прям игра не хочет, прям, чтобы я в нее играл, наверное, не знаю. Ну, знаешь, это, короче, где в фазме постоянно я умираю. Постоянно. Ну да, в фазме нормально мне получается убегать. Почему здесь так плохо? В фазме я довольно-таки часто выживаю. Вот, кстати, святую воду. Если... Я знаю, тут уже примерно определился. Мы там... глазик ну... вначале почистили святые... или нет? Ну, как хочешь. Там... Боже, простите. Возьми святую воду, там есть 2 пятна рядом с душевой. Ладно, сейчас. Только если пойдешь со мной, готовься, что мы выйдем на нее прям. Она будет рядом со мной. Нам нужно добраться до душевой. А проще до нее добраться, если мы по прямому. Подожди, а какую святую воду? Может, пистолет? Там же паук тусуется. Давай лучше сначала паука убьем. Опасно. Не знаю, я попробую попасть, но он прыгает. Я не могу попасть, потому что он прыгает. Пройди, ушла. Ну, ты если за мной пойдешь, ты за мной? Угу. Сейчас. Все, она вроде ушла. Так, до конца коридора. Так, я забыл, где... А, нет. Так, вот, вот душевая. Попал, попал, попал в паука. Так, ну я тут одну потушила, пламя. Ага, там второе есть еще. Да, я видела. Я пока оставил. Пылесос где-то здесь видел. Она за мной! Окей. Все, нормально, выход. Кстати, ну конфеты не появляются, хорошо, что я их убрал. Она отстала от меня. Ты святую воду берешь или что, или мне? Давай я возьму святую воду. Ну возьми. Ой, нормально, у нас больше 60%. Я думаю, нормально, у нас есть шансы. У меня нет, но у нас есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все нормально. Я там на стенке просто видела то, что щеткой можно почистить. Что ты делала? Не, в плане того, что я много сделал, это да. Я много чего там очистил. А вот убегать не успеваю. Я понимаю, тише едешь дальше будешь, конечно. Хочется уже быстрее зайти, типа. Так. Я пока подожду. Мне кажется, идеальная тактика одному просто стоять на выходе и просто это, воскрешать другого. Дай ей уйти, ты туда слишком торопишься зайти. Ну, да. На самом деле, кстати, в игре действительно идеальная стратегия, допустим, вас четверо играет, один смотрит там что-нибудь в телефоне, залипает. Кстати, по мониторам, тут монитор же есть, можно смотреть по мониторам. И, кстати, так улики тоже видны. Да? Ну да, как только все умрут, он бежит, берет и открывает дверь. Так, банка, склянка есть. Ты на фонарь, да, обращаешь внимание? А да почему камера темнеет? Это когда она появляется, типа? Ну да, возможно, возможно. Ты, кстати, видишь, подсказки нужны. Да, пятна. Лужа видно, да. Ну, тут пылесос прям нужен. Вот много вот этих улик. Но они как-то рандомно, видимо, спамятся. Иногда больше пауков. Наверное. Так. А, нет, конфета появляется, она на время пропадает. Аккуратнее. Локацию я, в принципе, довольно-таки нормально изучил уже. Должно быть проще. Так. Ой, паук, кстати, возле входа носится теперь. Да? В смысле, он заспавнился? Да, да. Интересно. Он, наверное, один и каждый раз спавнится в новом месте.
Ну, не знаю, может быть. Но суть в том, что его там не было, а теперь он там носится. Ну да, видимо так. Короче, в раздевалке аккуратнее, там конфета лежит. С одной Хорошо. Стороны. Я второй раз попался в нее, когда убегал. Куда паук делся? Что-то тут бегал. А, вон, вижу паука, кажется. Бежал он стреляется. Да. Вот он. Попало. Попало? Угу. А у тебя был пистолет разве? Я же два брал. Не знаю, я вот взяла. Тут еще один бегает паук. Сейчас. Я хочу глаз почистить. То, что меня раздражает. Окей, хорошо. Так, у меня пылесос. Блин, а, действительно они появились опять. Мне паук попал. Пауки? Да. Ах, ты бесишь. Там у меня была пушечка. Там два заряда, правда. За мной бежит. Ты убежишь? Я чищаю, тут паук не мешает. Убежал, да. Ну слушай, у нас так-то тьфу-тьфу. Неплохо. Чё, 30%? Да. На меня это... А, почему они все... Тут тень какая-то летает. Она... Коти, я, кажется, погиб. Ладно, всё. Там паук, блин, бесит он меня. Он меня замедлил. Я же не думал, что они опять респаунятся. Надо, да, с пауками разобраться, прям бесячие такие. Так, 13 раз погиб. Вроде бы, если не сбился. Хорошо, что аптечки не бесконечные. Бесконечные. Видел, с правой стороны. Что такое? С правой стороны. Она была, прошла, не заметила нас. Ну да, блин, 80%, нормально. Дела делаются. А что, их 3, что ли? Я же там 2 оставил, почему их так много? Очень странно, баг, наверное, произошел. Не шокеров знаю, в помещении, мы не сжигали шокеры. Я некоторые позажигала, которые нашла. А, может быть, ты их и нашла? В это как его? В бассейне было 2 у меня. Ой-ой. Это по мою душу. Гребаная бесит, тут сущность летает. За мной бежит. Вроде убегаю. Непростая игра. Но очень много мы сделали. Я думаю, когда мы пауков всех убьем, они не должны появляться. Не торопись только. Да я просто посмотрю, куда она пойдет. Я не понял, куда она пошла. Так, пошел в правую сторону. Бежит, бежит. Она туда. Да, она за мной. Так, аккуратнее. Ты хочешь погибнуть, что ли? Нет. Теперь пока. Ой. За тобой? Да. Да блин, паук! Все, хана, да? Пока нет. Но сейчас будет, да? Я в какой-то части карты, где я еще не была. Я пока не выхожу. Скажешь, если убежишь. Да ну, убегаешь? Так, да. Блин, да ты прирожденный мансер. Боже. А я все. Не знаю, вроде она перестала за мной гнаться. А там паук, да, был? Да, там был паук, но я просто резко сменила от него направление в сторону. Ой, господи. А вон вижу. Там сущность летает, вот ее бы тоже, конечно, убить. Сейчас я возьму ультрафиолет. Ну да, слушай, нет, я думал,
каких-то как бы горящее пятно появилось. Блин, тут двери стали блокироваться, не знаю почему. Так, я убегаю от нее. Вроде нормально, вроде нормально. А может... Ой-ой-ой. Все, я спрятался, в душевой спрятался. Она около тебя? Я не знаю, я не понимаю. Она зашла, кажется, сюда, в душевую. В туалет, в туалет. Нет, туалет. Пойду-ка я на выход, короче. Я возьму пушку, потому что там паук. Можно в кабинках прятаться, если, ты, если она не увидела, что ты залез туда. Блин, рядом со мной прошла только что. Почему? Где этот паук-то? Ты видела, да, паука? Да, я немножко. Ой! Я, наверное, сейчас слезу. Ой-ой. Все нормально. Выбрался. Почему, когда у меня пистолет, я не могу найти этого паука? Я не забыл. Я не знаю. Ух, и сложно, сложно. У тебя тоже пистолет, да? Угу. Ой, мне вообще... Я, наверное, уберу тогда ее. Мне показалось, их два паука. Может быть. Так, возьму, наверное, пылесос. Куда она пошла? Так кто же ты вот этого знает. Паука, да, убила? Так, тут мы вначале все очистили, в принципе. Так, вон паук. Один паук минус. Она тут как будто где-то рядом. О боже, все, я минус. Берите. Да. Так, а как отсюда выйти? А вот дверь я вижу. Что, тебя тоже убили, хочешь сказать? Серьезно? Нет. Нет! Я не знаю, это не... Ну, зато плохую концовку увидим. Эта игра просто не для меня. Мне, если у меня не будет тимы хорошей, я проиграю. Котя один раз умерла, единственный раз умерла. А вообще нас... А кто с нами третий там? Не знаю. Это кто? Кто это был? Почему нас трое было? Я не знаю, почему... Я в какой-то угол, я вообще не шевелился, куда-то забрел в угол. Я пытался выбраться, не знаю, но не для меня эта игра. Вообще не стоит мне в нее играть. Да ладно тебе. Котя, большое спасибо за... Ну как так запороть? 14 раз погибнуть, Котя один раз. Вот нельзя Коте вообще было умирать. На тебе все держалась вся игра, по сути. Как ты умер сразу после меня? Я говорю, она сразу может, да, убивать. Тут сложно. Не, вдвоем, в принципе, можно. Единственное, работы в два раза больше. Если фулл-пати, ну, можно было быстро все очистить. И все. Ну, блин, вот такая, в общем, игра. Коте большое спасибо. Подпишитесь на нее, на Мансера. Вот. Хоть где-то у меня получается мансить. Ну да. Вот. Надеюсь на вашу поддержку. Да, я хреново играл, но надеюсь, что поддержите. И на Коте подпишитесь обязательно. Всем пока. Пока всем.